мы находимся в самом сердце столицы, на самом масштабном полумарафоне «Забег РФ». Поехали! Находимся на самом крупном, масштабном полумарафоне, который проходит сегодня в Москве. Собственно, можете наблюдать прекрасных спортсменов, которые уже пробежали 1,5 километра от общей дистанции. Я вообще искренне восхищаюсь вот этими людьми, потому что они бегут 10, 21, 42 километров. Я пробежала 1,5, мне уже плохо. Друзья, как настроение у вас? Все хорошо? Отлично? Дистанция нормальная? Молодой человек, как у вас дела? Супер, все очень хорошо. Вам не тяжело? Еще нет. Еще? А когда будет тяжело? После 18-го. После 18-го. 18-го метра. Мы побежали на нашу точку поддержки. А зачем еще вообще нужно бегать? Спасибо вам большое. Как вам сегодняшнее мероприятие? Очень нравится. Позитивно, энергично, заряжено. Это самое главное. Мне дали медаль. Мне дали медаль, ребята! Ну все, считайте, пробежала. Молодой человек, сколько вы пробежали? Десяточку. Десяточку? Это ваш первый марафон? Да. И как вам? Прикольно. Буду еще участвовать. А долго вообще готовились? Не готовился. Вообще? В хоккей играю 3 раза в неделю, а так не готовлюсь. Ну, всего лишь-то в хоккей 3 раза в неделю играть, ну, в принципе. Здесь кроссовки только. Ну что, я вас поздравляю! Да, спасибо, мы сделали это. Energy People. Это всегда самые крутые люди и самая лучшая музыка. Это правда. Тяжело было вообще бежать? Нет, легко. С музыкой Energy в ушах все легко. Саша, ну что? Это было очень круто, у нас самая была яркая команда, мы останавливались на каждой точке и просто зажигали всех бегунов, чтобы они, конечно же, бежали быстрее. Слушай, ну классно, тебе вообще было тяжело? Хотя бы немножко, ну скажи. Конечно, да! Конечно, да, но мне понравилось, когда ты прибегаешь к финишу, ты понимаешь, что все это было не зря, так что спасибо команде Energy. Ну что, друзья, это был репортаж самого масштабного, самого крупного полумарафона «Забег РФ». Мы поздравляем всех победителей, всех участников, всех, кто смог дойти до финиша. С вами были Energy, только лучшая музыка.